Всем привет, решил поменять термопасту в своем ноутбуке. Делаю я это в первый раз, просто посмотрел уроки на YouTube. Для этого мне понадобилась термопаста, которую я купил за $1.5, и пневмоочиститель Duster за $5. Ну и плюс набор отверток. Снял я заднюю крышку у своего ноутбука и нашел систему охлаждения. Система охлаждения состояла из вентилятора и радиатора. Открутив болты, которые держат их, и подняв радиатор, там увидел я чип. На чипе была термопаста. Она уже была достаточно густой и вязкой, но пока еще не крошилась. Снял я ее обычной ватной палочкой. По идее, нужно еще обработать спиртом, но у меня его не было. Я просто сдул пылинки пневмоочистителем Duster. После чего аккуратно нанес на чип термопасту, по ощущениям где-то 0.5 грамма, совсем немного, и распределил его пальцем. Палец я обмотал в полиэтиленовый пакет, оторвал от него кусочек, чтобы не испачкаться. Распределил я это ровным тонким слоем и установил систему охлаждения на место, продув ее перед установкой пневмоочистителем. Вентилятор я тоже продул, он был пыльный и грязный. В принципе, это все. Установил его обратно, он начал работать заметно тише и не стал греться так сильно. Все, всем удачи, занимайтесь.